руководителем территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Татарстан назначена Гульнара Ильдусовна Сергеева, которую вы все знаете хорошо. Она была и депутатом Государственного совета, и депутатом Государственной думы. Давайте пожелаем ей больших успехов на новом посту. Спасибо. Также позвольте сообщить, что руководителем Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» назначен Айрат Ринатович Зарипов, ранее работавший руководителем управления федеральных служб по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан. Более двух десятилетий Айрат Ринатович работает в сфере связи с общественностью и СМИ. Почти 10 лет он возглавлял пресс-службу президента Республики Татарстан. И вот он на новом месте. Давайте аплодисментами поздравим его и пожелаем больших успехов. Он ушла. И Федор Сергеевич Батков назначен начальником управления по охране и использованию объектов животного мира Республики Татарстан. Практически вся трудовая биография Федора Сергеевича связана с органами внутренних дел. Последние годы он был заместителем этой службы, а вот сегодня он назначен руководителем управления. Федор Сергеевич, поздравляем вас с назначением, желаем вам больших успехов.